21 февраля 2012 года впервые состоялся день Пермской научно-производственной приборостроительной компании в нашем университете. В течение дня в ВУЗе работала выставка, на которой студенты Пермского политеха познакомились с деятельностью компании и теми возможностями прохождения практики трудоустройства, которые предоставляет ПНППК. Мы можем предложить среду, интересную работу, соответствующую мотивированную, так сказать, среду, где у них будет, так сказать, кроме интересной работы, интересная зарплата. И цель у нас, собственно, такая – создать этот волоконный кластер, такая закрытая, скажем так сказать, территория, где делаются самые современные вещи. Мы отказались от всего традиционного, ушли именно, так сказать, в хай-тек и создание, так сказать, на новых физических принципах новых, так сказать, приборов, которые действительно требуют, вот, молодежь требует, так сказать, хорошие научные знания, научные школы. На мероприятие были приглашены школьники, изучающие, естественно, научные дисциплины. Встреча позволила будущим студентам узнать о возможностях обучения по профильным специальностям в нашем университете и дальнейшем трудоустройстве на ПНППК. Ректор вуза Анатолий Тышкинов вручил генеральному директору предприятия Алексею Андрееву аттестат почетного профессора ПНИПУ. Ничего сверхъестественного не происходит, просто мы хотели подвести итоги нашего сотрудничества в последние годы и попросили Алексея Егоровича рассказать о тех перспективных направлениях, которые будут в предстоящие годы развиваться в приборостроительной компании. А все, что связано с оптоволоконными технологиями, с лазерами, с приборостроением на основе оптических технологий, это будущее. Будущее многих отраслей науки, и энергетики, и приборостроения, и машиностроения. Нас объединяет с специалистами приборостроительной компании понимание этого, и поэтому мы вместе пытаемся двигаться вперед. В торжественной обстановке Алексей Андреев наградил именными денежными сертификатами за успехи в учебе двух студентов специальности ИВК – Сергея Перминова и Регину Оськину, стипендиатов ПНППК.